Все, только один человек уже. У нас все остальные убежали. А ведь еще 5 минут. От урока есть. Так, господин Александр у нас успел заметить, в какой момент я вылетел. Я успел со второй стороны показать, как я нажатие измеряю. Ну, вы начали, но, по-моему, в этот момент и вылетело. Как залезли клювиком, и все, и... Понятно, спасибо. Ну, в таком случае, в ожидании остальных, сейчас еще раз это дело продемонстрирую. Пусть оно там на видео у нас сохранится. Итак, проверка нажатия со второй стороны аналогично. Что я делаю? Прикладываю здесь. Здесь больше 0,5. Якорь переключили. И аналогично проверяем здесь больше 0,5. Нажатие наше нормативное. Ничего, собираются все-таки. Значит, как минимум сидят рядом со своим мобильником или компьютером. Следующее действие, которое у нас с вами здесь в методичке есть и которое звучит, это проверка, ну, контакт, вернее, магнит для гашения необходимо что сделать? Поставить на место, то есть прикрутить его сюда. И не просто прикрутить, но еще и проверить, чтобы он был установлен правильно. А в чем заключается его правильность? У нас есть некоторый норматив. Норматив этот гласит так. От магнита до гашения до контактов, до контактных пружин должно быть не менее 1 миллиметра. Соответственно, что мы делаем после того, как закрепили постоянный магнит? Нам необходимо визуально, скорее всего, вряд ли там чисто щупами вы будете лазить, проверить вокруг магнита, сколько у вас расстояние. То есть вот я специальную фотографию с этой точки сделал. Расстояние вот отсюда и расстояние отсюда до сюда у магнита должно быть не менее 1 миллиметра. Давайте присмотримся к нашему магниту. У нас с вами будут эти значения выдержаны или нет. Вот я специально здесь в этой сторону переключил контакты. Ну и в принципе видно, что расстояние у нас здесь большое. В принципе, если будет где-то маленькое, то что можно сделать? Немножко эту пружину, площадку, на которой магнит закреплен, сместить так, чтобы расстояние было нормальное. И с этой стороны то же самое проверяем. Вот здесь уже мне положение магнита не совсем нравится. Не столько, что он задевает, сколько то, что он все-таки у нас как-то криво стоит. Сейчас мы его поправим. Ну, по-хорошему там потянуть нужно. То есть тоже ближе, чем 1 миллиметр, контакт не подходит. Очники иногда мне такое сдают на проверку, что у них даже контакт прям по магниту скользит, то есть задевает его. Ну и если смотреть методичку, то такое ощущение, что там у нас все кончилось, но у меня есть еще такое понятие, что где-то здесь я пропустил такой параметр, как зависание на контактах. Не знаю, есть ли оно здесь в методичке вообще. Может быть, и там методички этого и нет. Давайте посмотрим, что это такое. Что за зависание? Какую проверку вам необходимо сделать? Значит, что вы для этой проверки делаете? Берете вот так вот якорь, оставляете в серединке и просто опускаете руки. Что у вас должно получиться? У вас должно получиться так, что у вас якорь прижмется к одной из сторон. У меня это произошло. Обратите внимание на левый якорь. То есть у меня между якорем и сердечником сейчас дырище. Белое положить. Будет видно тогда, что там у нас зазор. Видно, да? То есть вот у меня как раз то самое зависание на контактах и произошло. То есть так быть не должно. Давайте проверим с другой стороны. Есть у меня зависание? Нет. Теперь немножко в эту сторону преобладание качельки моей сделаю. А вот здесь все нормально. У меня контакт, видите, прижался. О чем это говорит? Это говорит о том, что у меня сейчас где-то все-таки есть небольшая неодновременность, и какой-то из контактов не дает прижаться якорю. Ну, либо нажатие слишком большое сделано. То есть можно пытаться вот эту пружинку немножко сейчас подрегулировать.
Но напомню, что любые действия с пружиной в конечном итоге могут куда вылиться к изменению все-таки это вот этот контакт, не тот, не дает замкнуться. Давайте вот этот немножко ослабим. Что-то давно я этим не занимался. Получается у меня добиться правильного реакции. Зависание есть. Так, одновременность вроде мы смотрели. Еще чуть-чуть уменьшить. Такой, вот этот вверх получается. Да? Много нажатия было, видать, больше, чем нужно. Вот сейчас я отпускаю, и все, теперь у меня зависания на контактах нет. Теперь она у меня, похоже, с другой стороны появилась. Но вот это что, как говорится, я с контактами начал работать. Все-таки, наверное, зависание нужно было смещением контакта устранять. Но не удалось меня здесь хорошо закончить. Закончил тем, что показал, что я не умею регулировку производить. Тем лучше. За время работы со студентами вспомню, там подучусь. Вспомню, как я все-таки эту штуку регулирую. Главное найти косяк, а там уже разберемся. Так, ну что, время мое на сегодня вышло, поэтому мы с вами прощаемся до следующей сессии. Значит, ваша задача, чтобы допуститься к сессии, это какая? Сдать контрольную работу, сдать отчет по практике до приезда на сессию, чтобы уже там не колупаться. Но приезда в кавычках, поскольку дистанционно у нас сессия будет проходить. На сессии сдаем экзамен обычный, в кавычках. Почему он в кавычках обычный? Потому что все-таки будем мы с вами в Zoom или в Skype, скорее всего, сдавать. Если там будут какие-то вопросы, задавайте их мне по контакту. Будем на них ответы пытаться находить. Напомню, что у вас в экзаменационных вопросах есть такие вопросы, где, допустим, спрашивают,